Всем привет, ребят. Ну что ж, мы с вами продолжаем проходить Portal и уже постепенно близимся к завершению прохождения. Вот у нас 17-я камера испытаний. Или нет, я не знаю пока, если честно. В общем-то, вот у нас тут камера, да. Ну давайте продолжать проходить, пожалуй. Выбора у нас как такового нет. Давайте пойдем пока. Может, там можно поставить эту... Хрена в нем. А, нет. Остается назад идти. Ну-ка. Я хочу кое-что проверить. Нету тут прохода. Хрен там плавал. Просто видели там... Сейчас я вам покажу. Если кто не помнит. Вот, видите, тут какой-то проход есть. Вот я как-то должен туда попасть, по идее. Но как? Это неизведанно. Так, давайте вообще... Ой, что я делаю-то? Так. Сюда стрелять, конечно же, не могу. Так, а где этот куб-то остался? А, вот он. Так, давайте-ка его заберем. У меня есть одна с ним идея. Или нет? Вообще ничего не изменится, если я его поставлю, как, поэтому в этом нет смысла. Тут вот в чем прикол. Тут, короче, единственный источник этих шаровых молний — это вот эта вот комната. И видите, что? Вылетает эта хрень, и она по итогу потом уничтожается. Я ничего не могу с этим сделать. Вот если он заработает, как бы активируется вот это вот. Затем вот это, наверное. И... Что там еще? Вот это, что ли? Ну, по идее, да. Но мне сейчас придется тут порешать эту китайскую головоломку. Как бы... Ну-ка, я могу... А может, попробовать захватить? Или он уничтожится от меня? Опаньки, смотрите. Смотрите-ка. Так. О, все. Так было просто. Так, ну и что у нас по итогу активируется? Вот это вот. Ага. А, вопрос, а как я туда заберусь-то? Или мне не надо туда забираться? Я просто не понял. Так, хорошо. На самом деле ничего хорошего, ну... Ладно. Ну-ка. Ой, ту молнию выпускаться еще. Давайте сохранимся вот тут. Ой. Так, не сюда. Сейчас, кстати, утром. Я вот решил поснимать, пока время есть. Так. Ладно, а... У меня как бы есть вопросы, а как мне... А что мне делать с этими вот хреновыми? Ну, этот куб, по идее, я должен тут оставить. А что дальше-то? А, смотрите, вернулась эта штука. Или там что-то еще открылось теперь? Я и... Ну-ка. Постойте-ка. Вот, я слышу, что-то уничтожилось. Ну что? Это вопрос. Так. Дайте угадаем. Мне как-то вот нужно вогнать вот это вот, вот сюда. Но в принципе это не так уж сложно. Смотрите, видите, она туда прилетает. Поэтому давайте попробуем. Почему бы, собственно, и нет. Я сомневаюсь, что получится, но попробовать стоит. Вот, давайте посмотрим, получится ли или все-таки нет. Так. Вот сейчас там. О, вот. Да, как. Напоминает вам о том, что кубы не умеют разговаривать. В случае, если грузовой куб все же заговорит, центр настоятельно рекомендует вам игнорировать.
советы. Угу, хорошо. Будем игнорировать советы Куба. Да. Так, ладно. Теперь нам надо, как я понял, вот это вот вогнать туда. Это будет трудно, потому что видите, что тут? Тут вот нужно, нужно открыть вот эти три двери. Как это сделать? Не ясно. Или не надо? Я пока не понял. Ну да, надо, потому что ну по-другому никак. Видите, тут. А вот как это сделать? Вот это вопрос. Или надо просто этот куб успеть передвигать? Я не знаю. Ну, давайте попробуем, вдруг получится. Только портал нам надо как бы открыть. Вот тут вот. Так. Так. Но сейчас он вылетит. Ну давай, вылетай там уже. Или я портал переставил. Вот. Чё не работает-то? Всё? Конец? А-а-а, понятно. Теперь надо с вот этой вот хренью работать, да? Ну да. Так, это будет трудно. Ну, конечно же. Кто бы сомневался. И... Ну, давайте попробуем, почему бы нет. Так, хорошо. Нам надо портал тут, этот, тут оставляем. Затем мы идем наверх сейчас. Вот, он там полетел. Так. А где? Не понял. А, вот он. Так, давай. Ага. Вот. Ага, вот в чем дело. Ну-ка, если я вот так передвину. Нет, я на край поставить не могу. Видите, он отлетает сразу. В этом слово. Это будет сложно, поэтому. Да я знаю, я понял, я понял. Почему? Может, он вещи какие-то правильные говорит? Так, ладно. Это, конечно, все шутки, но... Блин, а что делать-то надо? Мне вот как-то надо попасть туда, но как я это сделаю? Это вопрос. Он сразу отлетает, видите? Вот. Поэтому будет сложно. А других кубов у меня тупо нет, поэтому я не знаю, чем его подпереть. Вот этой штукой, что ли? А, тут только... Так, стоп, секундочку. Минутку. А я эту хрень уж не могу подпереть, что ли? Давайте попробуем. Вот видите, я взял его. Ну видите, я не могу его подпереть. В этом слове это... В этом сложность. Да, ребят, это трудно. Это трудно. А если... А что будет... А что если вот так вот? Ну-ка, давайте попробуем вот так, а потом просто откроем и все. Не факт, конечно, что получится. Очень далеко не факт, но... Давайте попробуем все-таки. А вдруг получится? Затем тут сейчас yeah.
Так, теперь нам надо идти туда. Наверное. Я не знаю. Так, теперь ждем повторно, пока он при... когда он прилетит. А, все. Тут, получается, сразу две двери открываются. Это круто. Это хорошо, без сомнений. А, хрен там плаву. Твою ж... Кубы не умеют разговаривать. Я знаю. Если грузовозку все же заговорит, центр настоятельно рекомендует вам игнорировать его советы. Угу, понятно. Давайте попробуем. Ну-ка, если я вообще с краю встанем, он активируется? Вот здесь вот минимальная зона. Или попробовать? Да нет, не получится. Так, ну ладно. Давайте тогда вот тут вот хранение сделаем, чтобы не бегать по 100 раз. Так, хорошо. Идем сюда. Лети давай. Ну он там сейчас не получится, потому что он ударится об эту стену. Вот вообще. Вот давайте вот так попробуем. О, получилось, смотрите. Ни хрена себе, это было трудно, ребята. Это было трудно. Так, что дальше? Надо этот куб, наверное, взять с собой. Ну, вдруг понадобится. Так, и... Так, вопрос, а как мне туда добраться? А, это паркур, это у нас паркур. Паркур пошел, паркур. Так, и где это? А, вот эта штука. Ну, этот куб у меня тут. Испытание пройдено. Ваш приятель Куб принес вам удачу. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания и, как следствие, должен быть уничтожен. Отведите вашего приятеля к экспериментальному экстренному уничтожителю разумных особей. Хм, это разумная особь, что ли? И вы что, шутите? Почему я его должен отвезти? Постойте-ка, я тут... Ради вашего спокойствия сообщаю, что независимый совет экспертов, вы умертвили своего верного приятеля Кубика быстрее, чем кто-либо из предыдущих испытуемых. Это рекорд. Понятно. Сколько там времени? Интересно. В общем-то, это было трудное испытание, на самом деле. Я не знаю, успеем ли мы это пройти. Эксперимент близится к завершающей фазе. Экспериментальный центр напоминает вам, что вы торт. Я торт? Спасибо. Вопрос, что это значит, пока не понятен. Что я должен сделать? Че, я прыгну туда, думаю, что ли? А, нет, я сразу не считаю, умираю точно. Эксперимент близится к завершающей фазе. Все, прекрати трындеть. Экспериментальный центр напоминает вам, что вы торт. Я торт, спасибо. Вот так. Пока не получается. Ладно, ладно.
Или мне прыгнуть туда надо прям? Нет, не выходит. А как я тогда доберусь туда-то? Это пока загадка. Это загадка на данный момент времени. Либо мне прыгнуть как-то по-особому надо, либо... А может повыше просто поставить ее? Давайте попробуем, вдруг получится. Тут тоже сохранение сделаем. Кстати, сколько... смотри, сколько у нас сохранений накопилось за все время. Охренеть. Так. Ну, кстати, смотрите, почти получилось. Видимо, реально надо повыше поставить. Давай, давай, загружайся, ты быстрее. Задолбал. Так. Хорошо. Высоко-высоко давайте поставим. Видимо, это реально на что-то влияет, я не знаю. Давай, давай, давай. Есть. Отлично. Отлично. Так, а там что? А, там это... Вот это река. Так, пригинаемся и проходим. Так, что тут надо делать? Смотрите, тут вот эти вот реки. Радио. Так, какое-то там радио. Туда я пройти не могу. Странно, странно это все. Да. Так, давайте тогда спустимся вниз. Так, ну тут я уже был. Ладно, давайте на этом пока будем заканчивать. В следующей серии мы, возможно, уже завершим прохождение Portal. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачи и всем пока.